В канун Красной Горки в Подмосковье стартовал свадебный сезон. Ровно в полдень на 25 площадках одновременно зазвучал марш Мендельсона. Выездные регистрации браков прошли в парках, скверах и усадьбах Московской области. В городском округе Люберцы праздничной локацией стало Малаховское озеро. Владимир и Татьяна предпочитают активный отдых. Познакомились 8 лет назад в Крыму во время новогоднего похода в горы. Взаимная симпатия появилась сразу. Это событие должно быть вот так вот, при солнечном свете, при открытом небе и потрясающей атмосфере. Любовь – это когда смотришь друг на друга и... Не нужно слов, ты все понимаешь. Символично, что в этот же день в Московской области прошла акция «Лес Победы». Посадка деревьев состоялась в парке Малаховское озеро, где Владимир и Татьяна связали себя узами брака. Свое первое фамильное дерево они посадили сразу после торжественной регистрации во имя мира, любви и в память о Великой Победе. Сегодня, в честь нашей свадьбы, мы решили посадить дерево, посадить новую жизнь. Вот, надеемся, что... Дерево будет расти, как будет расти наша семья. Вот. Сегодня мы очень счастливы. Кроме молодоженов, к патриотическому проекту присоединились и жители поселка. Надежда Артамкина – малаховчанка в четвертом поколении. Сажать деревья в ее семье – добрая традиция. 60 лет назад мой дедушка сажал в этом парке деревья. Теперь сажаю я. А Валентина Васькова посадила дерево в память об отце, участнике Великой Отечественной войны. Теперь поводов гулять по любимому парку будет больше. Берегите лес. Надо перед каждым деревом преклониться, каждое дерево посмотреть, как оно растет. И обязательно я это дерево буду поливать, обязательно буду смотреть за ним, чтобы оно было красивое, здоровое и всех радовало. Для посадки деревьев в городском округе Люберцы подготовили 75 площадок. Уже третий год акция «Лес Победы» проходит под эгидой международной инициативы «Сад памяти», предложенной президентом России Владимиром Путиным. Богдан Колесников, Луиза Егеазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.